сообщает РИА Новости, что России МИД Лавров рассказал, какая главная спецоперация в Украине цель. Оказывается, с курсом США на доминирование в мире покончить призвана она. Кстати, вот сообщение на телеграм-канале RTVI тоже повторяет главное заявление Сергея Лаврова в интервью «России-24». Спецоперация России на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире. Да. Даже это в горле перехватило. От такого заявления смешного. И хотя невежество людей всех на земле клипами с пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я уже давно безрезультатно штурмую цитадель, но долг человека меня заставляет с ее авторами связывать. И дальше времена. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что